Кого вы видите? Кого вы видите? Кого вы видите? Видим фотографию. Нет, кого вы видите? Я вижу тебя, Митчелл. А кого вы видите? Вижу камеру. Не что, а кого? Кого? Я вижу Митчелла. Я вижу Софию. Кого здесь нет? Кого здесь нет? Саши. Нет Саши. Очень хорошо. Кого еще здесь нет? Нет, Якова. Окей. Антон. Вы видите Антона? Нет. Вижу фотожурналист. Да. Сегодня у нас в классе камера. Камера. Вы видите камеру? Окей. Что? Теперь скажите мне, что вы видите? Что? Что вы видите? Я вижу бутылку Наташи. Бутылку Наташи. Бутылку Наташи. Это хорошо. Что еще? Окей, очень хорошо. Я тоже вижу бутылку. А вы видите кофе Бойда? Да. Бойд, вы любите кофе? Я вижу он кофе. А вы любите кофе? Да. Да. Я люблю. Я люблю кофе. Я тоже. А кто еще? Кто любит кофе? Окей. Очень хорошо. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Как у вас дела? Нормально. Антон, кого вы видите в классе? Кого вы видите? Вижу Лукса. Окей. Кого? Кого вы видите? Кого? Кого? Я вижу Митчелла. Вы видите Митчелла? Да. Кого вы видите, Антон? Сашу. Очень хорошо. Кого еще вы видите? Саша, кого вы видите? Кого вы видите? Софию. Софию. Очень хорошо. Что вы видите? Что вы видите? Мы сказали, мы видим кофе Бойда. Вижу стол. Стол. Очень хорошо. Что еще мы видим? Что мы видим в классе? Тетрадь. Очень хорошо. Ручки. Очень хорошо. Здравствуйте, я. Бутылка. Бутылку Лолиты. Очень хорошо. Папку Катю. Папку Катю. Очень хорошо. Окей, отлично. Который час? Который сейчас час? 12:05. Очень хорошо. Начинаем. Отлично. Окей. Мы видим кофе Бойда. Вы любите кофе? Да. Что еще вы любите? Что вы любите? Да. Ничего? Любим читать. Читать? Да. Окей. Очень хорошо. Что еще? Митчелл любит читать. Вы любите читать? Да. Вам нравится читать? Вы любите читать? Да. Окей. Что еще вы любите делать? Что еще вы любите делать? Я люблю спать. Спать. Кто любит спать? Да, все любят спать. Окей. Что еще вы любите делать? Я люблю слушать музыку. Слушать музыку? Окей, очень хорошо. Вы любите слушать музыку. Кто еще любит слушать музыку? Да. Все любят слушать музыку. А кто любит писать по-русски? Очень. Окей. Катя, вы любите писать по-русски? Да. Очень хорошо. Окей. Давай напишем.
Катя любит читать по-русски. Окей? Катя любит читать по-русски. Писать. А, писать по-русски. Очень хорошо. Очень хорошо. Антон, а вы любите писать по-русски? А, да, люблю писать по-русски. Окей. Как вы пишете? Как вы пишете? Смотрите. Давайте напишем. Антон любит. Я пишу сейчас, я пишу медленно или быстро? Медленно. Повторите, медленно. 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 Или быстро. Быстро. Окей. Okay. Я пишу медленно или быстро? Медленно. Сейчас медленно. Антон любит писать. Медленно? Медленно. А сейчас? Быстро. Окей. Окей. Антонимы. Антонимы. Окей? Okay? Антонимы. Медленно. Быстро. Окей? Okay? Какие еще мы знаем антонимы? Окей? Okay? Я пишу на доске красиво или некрасиво? Некрасиво. Некрасиво. На доске. Да. Кто пишет красиво? Мария Михайловна пишет красиво? Да. Да. Антон пишет красиво? Не знаю. Так, лучше, чем я, окей? Okay? Я пишу некрасиво, окей? Okay? Но я могу писать красиво, если хочу, окей? Okay? Антон... Ну ладно, вы мне верите. Окей, okay, значит, медленно, быстро, красиво, некрасиво. Что вы делаете медленно? Что вы делаете медленно? Я пишу медленно. Что вы делаете медленно? Вы кушаете завтрак медленно или быстро? Быстро. Мишел кушает завтрак быстро. Кто еще кушает завтрак быстро? Да, быстро. Это хорошо? Быстро? Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Окей, что еще вы делаете быстро? Что еще вы делаете быстро? Да. Я работаю. Работаю. Работаю быстро. Окей, okay, очень хорошо. Это хорошо работать быстро? Хорошо? Да. Хорошо. Да, да. Кто делает домашнее задание быстро? Хорошо. А кто делает домашнее задание медленно? Окей. Okay. Медленно. Это хорошо делать медленно? Нет. Хорошо. Окей. Okay. Хорошо. Может быть. Окей. Okay. Кто делает домашнее задание хорошо? Все? Хорошо или плохо? Мы знаем, медленно и быстро. Хорошо. Плохо. Плохо. Окей. Okay. Кто делает домашнее задание хорошо? Иногда. Кто делает домашнее задание плохо? Очень хорошо. Никто. Все делают домашнее задание хорошо. Окей? Okay? Это можно делать домашнее задание нормально? Нормально? Да. Да. Но мы сейчас делаем антоним. Окей? Okay? Антоним. Давайте напишем. Яков. Сейчас я посмотрю. Яков делает домашнее задание хорошо. Хорошо. Это наречие.
наречие. Как Яков делает домашнее задание? Как он делает? Хорошо, плохо, медленно, быстро. Как он пишет? Красиво, некрасиво? Окей. Какое вы знаете слово, как похожее на хорошо? Например, Яков делает домашнее задание хорошо. И какой Яков студент? Он хороший. Хороший студент. Окей? Что вы видите? Что вы видите? Мы берем окончание. Берем окончание. Окей? Убираем окончание. И заменяем на О. Вы понимаете? Да. Окей. Медленно, медленный. Быстро, быстрый. Окей? Сергей Лазарев. Красивый или некрасивый? Красивый. Очень хорошо. Он поет. Поет. Он поет. Красиво или некрасиво? Поет песни. Поет песни. Красиво. Очень хорошо. Окей, хорошо. Окей. Что вы делаете хорошо? Что вы делаете красиво? Вы катаетесь на коньках? Вы катаетесь на коньках? Нет. Нет? Да? Да. Кто катается на коньках? Я катаюсь на коньках. Очень хорошо. Очень хорошо. Как вы катаетесь на коньках? Хорошо. Хорошо. Я катаюсь. Окей. Okay. Или я хорошо катаюсь на коньках. Окей? Okay? Или я хорошо катаюсь на коньках. Я хорошая катаец. Хорошая спортсменка. Спортсменка. Окей. София, вы хорошо катаетесь на коньках. Вы катаетесь на коньках быстро или медленно? Быстро. Окей. Как София катается на коньках? Быстро или медленно? Быстро. София катается на коньках быстро. Окей. Окей. София, вы катаетесь на коньках красиво или некрасиво? Красиво и некрасиво. Красиво и некрасиво. Интересно. Интересно. Окей. И красиво, и некрасиво. Окей. Еще антонимы. Яков делает домашнее задание хорошо. Хорошо. Я пишу хорошо или плохо? Если хорошо. Плохо. Нормально. Плохо. Okay. Еще какие антонимы мы знаем? Еще какие антонимы мы знаем? Яков, вы любите играть в баскетбол? Да, я люблю играть в баскетбол. Вам интересно? Интересно? Баскетбол? Вам играть в баскетбол интересно? Интересно. Да. Кто не любит баскетбол? Кто не любит играть в баскетбол? Окей. Okay. Кто не любит смотреть баскетбол на телевизоре? Окей. Okay. Вам скучно смотреть баскетбол? Скучно. Спать. Когда хочется спать, скучно. Окей. Мне скучно, да. Катя, вам интересно читать книги или вам скучно? Я интересный.
Мне? Мне интересно книги. Интересно читать книги. Окей. А вам интересно сидеть в интернете? У меня скучно. Интересно или скучно? Сидеть в интернете интересно или скучно? Интересно. Кому интересно? Интересно? Интересно. А кому скучно? Скучно. Скучно. Окей. Еще антонимы. Антон любит читать по-русски. Я говорю сейчас громко или тихо? Я говорю сейчас громко или тихо? Громко. А сейчас я говорю громко или тихо? Не слышите? Не слышите? Я говорю громко или тихо? Тихо. Тихо. Очень хорошо. Окей. Окей. Громко. Окей. Обрежнев. Обрежнев. Обрежнев говорит тихо. Тихо. Интересно. Окей. Громко, тихо, медленно, ВН, быстро, интересно, скучно. Хорошо. Плохо. Красиво. Некрасиво. Вопрос. Да. По-английски. Да. The word medlina. Да. Does that come from med, honey? Я не знаю этимологию, но да, я не знаю, но это слово быстро, мы говорили, оно из времен наполеонских войн. So I don't actually know where this comes from, but remember we talked about this one. Быстро. Remember where this one comes French, from? Быстро. Yeah. It's so. Yeah. So the story was that during the Napoleonic Wars, the Russian soldiers would command their food to be made quickly, hence the word bistro in English. Okay, what other antonyms do we know? Какие еще антонимы? Громко, тихо, красиво, медленно, скучно, интересно. Удобно, неудобно. Что значит удобно? Удобно. Удобно. Не удобно. Неудобно. Окей. Кто любит кататься на велосипеде? Митчел. Да. Митчел любит кататься на велосипеде? Да, Митчел. Кататься. Митчел любит кататься на велосипеде, ездить на велосипеде в университет. В университет. В университет нет. Нет. Неудобно. Неудобно. Митчелу неудобно ездить в университет. Неудобно. Неудобно. Лучше на машине или на автобусе. Окей? Кто любит ездить на велосипеде? Да. Вам удобно ездить на велосипеде в университет? Нет. Почему? Не allowed. Нельзя ездить по университету на велосипеде? Нет. Окей. Или, может быть, вы живете далеко? Окей. Неудобно. Means possible, impossible? Not exactly. It's comfortable, not comfortable. Okay, хорошо. Теперь давайте сделаем упражнение. Okay. Сделаем упражнение. Как хорошо вы знаете ваших одноклассников. Okay. Одноклассников. Да.
how well do you know your part, your fellow students, okay? Давайте в партнерах, партнеры. Яков с Марией Михайловной? Нет? Окей, okay. Яков, тогда группа, партнеры. Есть студент А и студент Б. Окей? Окей, студент А. И студент Б. Окей. Значит, по-английски. The idea of the exercise is for you to underline which of the following things you think is true about your partner. Okay. So we have various possibilities. Она хорошо или плохо играет на пианино. Она быстро или он или она быстро или медленно бегает. So first, circle which one you think applies to your partner, and then ask them. Okay, Mitchell, ты хорошо играешь на пианино? And if it's true, Mitchell will say, да, это правда, я хорошо играю на пианино. If it's not true, he will say, нет, это не правда, я плохо играю на пианино. The next part of the exercise is similar. You have a series of sentences, and basically you have to circle which one you believe your partner would say. For example, смотреть видео Сергея Лазарева скучно или весело. Okay? So, я думаю, I think, Саша would pick, смотреть видео Сергея Лазарева весело. Okay? Oh, by the way, we need to do one more antonym. Этот человечек веселый? Веселый? Или грустный? Гамлет. Шекспировский Гамлет. Веселый или грустный? Грустный. А Робин Уильямс? Окей. Кто еще? Ургант. Веселый или грустный? Веселый. Очень хорошо. Окей. Вы понимаете? Да. Окей. Давайте. У меня нет ручки. Окей. У кого есть ручка? Окей. Если есть вопросы? If you're in the group, just sort of pick one of the partners for your exercise. Or actually do it for both. Do it for both. Why don't you guys start with the first section? Once you've circled your choices, ask your partners if this is indeed the case.
так сказать, Just so, just do the first part first. Кушать. Okay, кушаю. Я кушаю. Ты кушаешь? But actually, so you don't. Basically, like for the first part, just say это про. No, I just don't know what that word means. Кушать, to eat. Завтрак. Завтрак, breakfast. Okay. How about this? Wait, so you may actually not know how to conjugate some of these verbs. So why don't you just say the sentence that you think is true? Okay? Like, for example, Sasha любит видео Сергея Лазарева. And then Sasha can say, это правда или это не правда? And that's it. So not a question, but an assertion. An assertion, and then true, not true. Неправда? Негромко? Никогда не слышал. Никогда. Я сказал, ты на пиано. Это играет. Правда. Да? Плохо. Плохо. Пиано. Саша красиво. Пишет красиво. Игра. Очень хорошо играет. Играешь баскетбол. Так себе. Так себе.
Я не Саша. Я небольшой. Но кушает. Я плохо играю без завтра. Антон, ты медленно кушаешь завтра. Завтрак? So either breakfast or lunch. Медленно? Или быстро? Велосипед. Я плохо рисую. Велосипед. Могу кататься на велосипеде? Я есть газета, есть правда. Тихо говоришь, потому что это literally called true. Suspicious if you're reading a newspaper that says truth. This is the truth. Говорить по скайпу удобно или неудобно? So for the second one, you basically just have to circle which adverb you think they'll use, and then just read the phrase. What, so it's like their opinion. Exactly. But потому что удобно это comfortable. So what you were saying earlier was, do you speak comfortably on Skype versus do you think speaking on Skype is comfortable? Полезно, не полезно. Курить сигареты. Хорошо? Плохо. Почему? плохо для здоровья. Плохо для здоровья. Не полезно. Окей. Заниматься спортом полезно или не полезно? Полезно. Пить много полезно или не полезно? Не полезно. Спать мало полезно или не полезно? Не полезно. Окей. Да. Смотреть спорт по телевизору скучно. Скучно. Но он произносится скучно. So пишется. Пишется че. Скучно. Скучно. Звук Ш. Скучно. Спорт по телевизору. Правда или неправда?
интересный подкаст. СДТ, в университете, на Ласете. I think they use adverbs much more than we do. Have yet? It seems to be like Очень полезно. Очень полезно. Окей, вы закончили? Smart par telefon, parafondri, scuta, vestido, sobiedom, dinner. Michel, Sidit, the excellent, squash, peach. Да, but you don't have to say it. You can, but yeah, пить вино с обедом, полезно. Вино с обедом полезно? Полезно? Да, думаю, что пить вино с обедом полезно. Чуть-чуть полезно. Много? Не полезно. Франция. Полезно. Во Франции полезно. Я люблю делать домашние задания без 4 часа в ночи. Okay. Are you guys almost done? Okay. Давайте посмотрим, какие ответы. Давайте посмотрим, какие ответы. Let's take turns, okay? And each group will ask a question and then give a response, and then you guys can share your responses. So let's start with you guys. Let's start with student A, okay? Красиво пишет курсивом по-русски. Правда или неправда? Неправда. Неправда. Нет, правда. Окей, правда. Окей. Кто красиво пишет курсивом по-русски? Кто? София. Кто еще? Катя. Кто еще? Мария Михайловна. Окей. Кто некрасиво пишет по-русски курсивом? Яков. Окей. Ларита и... Да. Игорь Леонидович? Миша? Окей. Очень хорошо. Окей, еще вопросы. Ваша группа. Следующая группа. Еще вопросы. Еще есть вопросы. Да. Катя плохо говорит по-французски. Правда или неправда? Правда. Окей. Кто плохо говорит по-французски? Кто еще плохо? Я.
Не говорю. Окей. Okay. Кто еще не говорит или плохо говорит по-французски? Кто хорошо говорит по-французски? Все хорошо? Все хорошо? Да, Миша хорошо говорит по-французски. Игорь Леонидович хорошо говорит по-французски? Хорошо. Да. Игорь Леонидович? Очень хорошо. Хорошо говорит. А, по-русски? Окей. Okay. По-русски очень хорошо. Окей, окей. Окей, еще какие вопросы? Еще какие вопросы? Саша, Медлино кушает завтрак. Правда? Или неправда? Правда. 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 Кто медленно кушает завтрак? Кто еще медленно кушает завтрак? Я медленно кушаю завтрак. Uh-huh. А София? Я тоже медленно кушаю завтрак. Uh-huh. Кто еще? Окей. Okay. А кто быстро кушает завтрак? Яков? Мичел? Катя? Мичел медленно или быстро кушает завтрак? Быстро. Быстро. Окей. Okay. Окей, okay. Какие еще вопросы? Антон... громко слушает музыку на iPod в метро? Mm-hmm. Неправда. Неправда. Антон? Вы громко слушаете музыку в метро? Я не слушаю, нет. Я не громко не слушаю музыку. А, вообще? Окей. Okay. А кто слушает музыку? Если Антон слушает музыку не громко, но слушает музыку, то он слушает музыку... Тихо. Тихо, тихо, очень хорошо. Кто еще громко слушает музыку? Я громко слушаю музыку. Угу. Это хорошо? Не, окей. Да. Кто любит, когда громко слушают музыку? Кто любит? Да. Кто не любит? В библиотеке это хорошо? Нет. Нет. Да. Нет. А с друзьями хорошо? Да. Да. Окей. Окей. Окей, у нас еще есть 5 минут. Давайте посмотрим видео. Окей. Okay. У кого есть видео? У кого есть? Кто знает, какое видео? Сейчас. Окей, отлично. Чебурашка? Не-не-не, музыкальное видео. Музыкальное видео. Интересно видео. Там Хрущев и Александр. Вопрос вот. Окей, сейчас. Listen. Нет, ничего. Okay. Мария Михайловна, вы знаете как? Okay. It takes time. Okay. У кого есть видео? So we're sharing our music videos. We're continuing to share. Who has like a short music video they want to show the class? That's appropriate and in Russian.
Nobody. I have one in Slovenian. Ah, okay. What about... Okay, so Boyd showed us some alternative rock yesterday. Remember, do you guys remember what group that was? Zimfira. Zimfira, это весело или грустно? Грустно. Грустно. Ну, бывает весело. Окей, okay. Есть еще одна группа. Кто знает Дэвид Боуи? Окей, это рок-группа, которая... поет песню про Дэвид Боуи по-русски. Вы любите Дэвид Боуи? Okay. Сейчас надо найти саму, like, I have to find the one with the actual. This is it. The second one. Okay. Yeah. Thanks. Спасибо. Громко или тихо? Громко? Громко. Окей, делай тихо, тише. Какая это музыка? Какая это музыка? Рок. Рок, окей. Какие слова вы знаете? Какие слова вы знаете? Ты любишь. Ты любишь Дэвид Боуи? Да. Окей. Okay. Еще какие слова? Лолита, твое имя в песне? Да. Давайте послушаем. Сейчас послушаем, и вы можете идти. Check the song out. Спасибо. Okay, до свидания.